Так. Респ, конечно, не особо удобный. Мне бы оружие сперва какое-то раздобыть. Блестяще. Тихо. Пошел. Ч-ч-ч-ч-ч. Ах ты хер ебуй. Ах ты ебагла. Че, забыл, кто тебе батон в будку закидывал? Едите, сколько их там. Они еще и стоят так, что они прикрывают друг друга, блин. Вон он, сука! Тихо. Вот он! Ау! Надо себе меч для таких челленджев сделать. Вон он, блядь! Ебать его! Ты что, не умираешь? Вот это уже не по мне, кстати, по-моему. Давай. Что там обыскивать-то? Два кармашка, блин. Фул? Не фул же. Почему он перестал заряжать? Нет никого. Иван, здорово. Эхо. Че, из холма кто-то стреляет? Ой.
Дал? Дал, только он в шлеме. Ёб твою мать. Фига ты злой. Опасный. Сюда, 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 быстрее. Это нахрен, это сюда, это нахрен. Так. Так. Ага. Тихо, тихо, тихо. БС-ки, кстати. А тут БП-хи, да? Ага. Куда делись эти типы? Походу они на старую уже ушли. Бляха, успею догнать, не? Вроде никого. Так, а там боты. Подожди. Выход есть на АГС-ке. Бля, только не говорите, что вот там вышли. Закрыто вроде. Да. Блин, а куда они-то пошли-то? На старые где-то сидят, что ли? До сих пор. Блядь! Вон они где сидят, оказывается. Да вроде нет, они должны к старой проходить. На старой нет выхода. Я могу пойти им на опережение за мост и попробовать там их встретить. Короче, по моим предположениям, он вот там у железки где-то сидит. Вроде как он должен идти в эту сторону. Стреляет именно по мне. Да. Они, походу, врубали, и они тут вышли. Unlucky, чё. Не угадали направление. Пально шумихи навел. Отобрал оружие, блин. Но не успел догнать. Всех в голову, кстати. Не успел догнать типов. Надо было вот эту музыку врубить, когда мы там бегали на малой стройке. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.